тихо. Ну вот, встретились. Хорошо, считай. Сейчас. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Это да, в расчете теперь должно быть. Сколько у нас осталось? 34. 34. Пока-пока, подержите. Сейчас я сумку подам. Сумочка у меня с собой. Так. 30 это уберите в карман. Деньги убрали? Убрал. Так, суммы теперь здесь берите. Запишите. И за два дня? За два дня работы. Так, у вас авторучка у вас? Нет, я не брал. Она вот там лежит. А, вот она все в тетрадке. И это колпачок. Так, а вот и за два дня работы... За два дня работы 130, за 20 часов. За 20 часов. 20 часов работы. 34 тысячи. 34 тысячи. 34 тысячи. Так. Теперь надо отсчитать сами. Здесь не 34. Закройте это, приберите в руку, остатки так. Положите тогда. Я не знал, когда вы приедете, поэтому всю кассу с собой носил. Думаю, в любой момент появитесь. Игнат Тихонович, меня лицо не снимайте, а то потом выкладывайте, потом пацаны смотрят. Да ладно тебе это. День. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Остальные сюда. Так, тут в этот конвертик сразу ложьте. Ну, положите мне. Пока давай свое уберите, положите. Чтоб ветром не унесло. Сумку из рук не выпускаю. А куда? И поэтому вы появитесь в любой момент. У нас, видите, как получается-то. Ну, а так бы домой поехал доискать. Это хорошо, это в Шарчино надо домой, так. Тоже пораньше это. Посмотрим его. Я им доволен. У нас как-то слаженно так получается. В одном месте я думал дорогу там подвернуть так, а он сразу сделал так, как я и не думал. Он одним махом сделал. Я думал, надо насыпать, а он куда, по какой возил траншею, то он на нее свел и все. Это только так интересно получилось. Он мне как... Ну, соображает. Игнат Тихонович, я не знаю, с кем дальше работать. Вот эти вот люди законят это самое. Вот он все у меня просит, этот последний, хоть расстреляй, больше работать. Никак не уговаривается. В церковь у нас в воскресенье. Пойдем, боюсь, ни под каким видом не пошел. Вот так. Ну что, я поеду?